Всем салют, чуваки, меня зовут Сэйм. Сегодня у нас с вами вложик. Сегодня мы с вами переезжаем в Москву. Я ебанутый, вообще заряжен и рад этому. Вы вообще не представляете, насколько. Где-то неделю назад мы начали собирать вещи и вообще, в принципе, приняли такое решение, что пора переезжать в Москву. Чуть позже я расскажу вам, почему мы вообще решили снова переезжать, расскажу, почему мы вообще так часто переезжаем, расскажу историю первой квартиры, второй квартиры и вот этой квартиры. Я вам сейчас покажу, сколько у нас вещей, и эти вещи мы повезем на Газели, мы будем заказывать машину, я вам озвучу цену, сколько у нас вообще обойдется весь этот переезд со всеми вот этими вот разъездами, там, туда-сюда. Короче, это будет, ну, реально жесть. Ну, тут бардачело, прям лютое, шмотки здесь оставшиеся собираю, стол разобрал, все рабочее место уже собрано полностью. Пам-пам-пам, тут тоже все собрано, стойки. Здесь вот так вот, тут три коробки, типа раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут, короче, много коробок, у нас около 10-11 коробок, там еще вот две, и еще одна собирается. Здесь вот такая вот движуха лютая. Что тут? На кухне тоже бардак. Кстати, вообще, если кто переезжает, возьмите на заметку. Продаются вакуумные пакеты, я сейчас покажу, какие. И туда можно просто кучу вещей вообще наложить. Здесь специальная штука, она для высасывания воздуха. Вы просто пихаете туда вообще очень много вещей. И потом просто пылесосом, любым пылесосом высасываете оттуда воздух. И у вас помещается прям овер много вещей. То есть, смотрите, я как бы ее вот одной рукой держу. Можно ногами, короче, топтаться. И благодаря этому она становится блином. И так можно сделать очень много вещей, упаковать и занять меньше места. Но у нас так не получилось, потому что у девушки просто жесть. Вот у нас целые три коробки, они все набиты по 4 штуки вот таких вот вакуумных пакетов. И это еще не все, там типа одежда, она еще в чемодан убирала, это вообще жесть. Ой-ой-ой, что за светом? Чуваки, сегодня я хочу вам посоветовать очень крутого, талантливого паренька, который занимается всем, чем можно в музыке, а именно продюсирование, битмейкинг, сведение, написание собственных треков, блогинг, ведение телеграм-канала. Его YouTube-канал был создан для того, чтобы объединить тех, кто так или иначе связан с музыкой, чтобы остановить этот бред по типу продажи эксклюзива за 500 рублей и тому подобное, обучить ребят качественному звуку и доказать, что каждый способен двигаться выше и выше. Сейчас у него проводится конкурс на 5000 рублей, которые забрать можешь именно ты, а чтобы их получить, тебе необходимо подписаться на его канал и смотреть там закреп, там вся есть информация по поводу этого, поэтому все ссылочки в описании, не упускай хороших контент-мейкеров и обязательно подписывайся на него. Я не знаю, как завтра будем вставать, потому что у нас поезд 5:30, но я сегодня встал пораньше специально, чтобы сегодня лечь раньше, да, все правильно, и завтра, думаю, нормально встану. Я сейчас пойду кушать и так далее, поэтому увидимся с вами чуть позже, возможно, уже завтра утром. Сегодня начинается большое путешествие с переездом. Сейчас 4 утра. Хаваем и выезжаем на вокзал. И едем в Москву. У меня башка какая седая. Скоро буду краситься. Время 12:41, мы, короче, пришли в какое-то кафе. Мы уже заселились сейчас в квартиру, которую я вам сейчас покажу. Но эта квартира, это мы посудочно сняли для того, чтобы просто где-то сидеть и искать квартиры. Рум-тур по ней. Такая вот прихожая. Тут сеймик. Бэм-бэм-бэм. Телек, диван, тут кухня. Ну, чисто такая суточная, просто для того, чтобы кайфовать. Короче, не знаю, мы типа вот, которая квартиры посмотрели, из этих вообще ничего не нравится, ну, все, где-то что-то все не так. Все норм квартиры в норм районах, они здесь типа идут в Москве от 100 тысяч рублей, вот типа прям реально. И хз вообще что делать, либо, ну тут два варианта, либо соглашаться на какие-то не очень условия, типа там условно в квартире, допустим, по поводу ремонта, либо по поводу района это. Либо же искать квартиру дороже, то есть 100 тысяч и 100 тысяч плюс. Поэтому вообще пока просто непонятно, что делать. Доброе утро. Сегодня у нас уже третий день, когда мы ищем квартиру. Я вчера ничего не снимал, но вчера мы как раз-таки ходили искать квартиру
но ее, к сожалению, не взяли или, к счастью, не взяли. Сегодня идем уже смотреть еще одну квартиру. По ремонту даже лучше, чем вчерашняя. Вот, и надеюсь, что в этот раз нам повезет, и мы возьмем. Кстати, еще вчера мы, когда смотрели квартиру, мы зашли в серф, а попить кофе, там все дела. И туда зашел Томас Фрас со своей семьей, увидел его вообще впервые. Потому что в Питере вообще очень редко кого встретишь. Очередное прямое включение от меня. Мы все еще... Нет, мы уже нашли квартиру, вчера ее смотрели. Я ничего не записывал, потому что я не знаю, мы типа... Особо нечего записывать. Короче, нашли квартиру, и завтра мы, по идее, должны оформляться по договору. Сейчас еще решаем некоторые такие... Не сказал бы, что проблемы, просто некоторые вопросы, которые нужно по документам, да. Там. Сейчас мы переехали в еще одну квартиру суточную, которую арендовала мажорка. Ну, сами понимаете, я как бы уже привыкла к богатой жизни, к дорогой, то есть оно уже все не может. То есть ты отрицаешь, что ты хочешь жить в хороших местах? Трясет, нет, может, жить в хороших местах, это не значит, что это оверпрайс жить. Это не оверпрайс, Лёш. Ну, вот сами рассудите, вот, 5 тысяч за сутки. Это нормально для Москвы, особенно с точки зрения того, что мы ищем день в день квартиру. Это вообще нормально, потому что все остальные варианты там просто... А мне нужно, между прочим, снимать контент. Это важно. Ну, это правда важно. Ну вот, вы все слышали. Покажу вам, кстати, квартиру, как вообще выглядит. Покажу вид. Ты пиздец. Здесь заходишь, смотришь влево. Видишь вот такую кровать, такой диван. И чё? Вот это чё? Нью-Йорк? Смотришь сюда снова, заходишь сюда. Здесь видишь вышку поле. Такое вот тут тоже окно на кухне. Такой вот видочек. Ну, красиво, спорить не буду. Это, если чё, находится на Новом Арбате. Итак, сейчас я расскажу вам вообще, в принципе, чё у нас получается. Какой план вырисовывается и что мы вообще собираемся делать. Завтра, как я уже сказал ранее, мы подписываем документы. Также сегодня в 18 вечера я еду и подписываю документы по поводу аренды помещения складского, небольшого. Мы могли через 2 дня улететь в Питер. Мы в Питере собираем вещи, точнее, уже собраны. Мы собираем газель, вызываем газель. Газель едет сюда. Мы пакуем вещи на складское помещение. Далее мы с Москвы уезжаем в Вологду. Просто почилить, отдохнуть там и так далее, с родными увидеться. После этого, ближе к 19 числу, приезжаем снова в Москву. И вещи со складского помещения мы уже завозим в саму квартиру. И только к 19 числу, там плюс-минус, мы сможем, получается, переехать. Я просто вообще, если честно, в ахуе с этого переезда. Это очень тяжело. Надеюсь, что в скором времени уже все это порешаем. Очень жестко бесит, я не снимал 2 недели. Это просто жесть. Ну вот сейчас, на данный момент, я не снимал 2 недели. На тот момент, когда выйдет это видео, у меня там, мне кажется, видео не выходило промежутки в одном очень-очень длительный период. Чему я очень сильно расстраиваюсь, короче. Для вас прошло мгновение, для нас прошло дохренище времени. Но чем хочу поделиться в этот раз, в это включение? Старички, то, что я вам сейчас покажу, это реально блесс. Ничего не понятно. В этой папке находятся документы об аренде квартиры. В этом прекрасном городе. Москва! Эй, не все еще снится то место, где рос. Я бы хотел видеть дизайн и ребро. И моя жизнь нихуя не кино, братья, лоб или табло, точно не попор. Я не хочу быть им близким. Я не зависаю с другими артистами, и я не видел кумиров. Но мои кумиры схотели стать. Мы вернулись в Питер. Сейчас ожидаем, короче, газель. Также должен подъехать мой кореш. Также ожидаем хозяйку, чтобы расторгнуть договор, чтобы нам вернули залог. А утром мы купили билет. У нас утром в 7:20 самолет утра. Там, получается, туда прилетаем, едем на точку, куда приедет газель. Там будем разгружать. Это пизда. Я потом чуть позже вообще расскажу примерно, что у нас вышло по этому переезду по тратам. Давай рассказывай. Мы начали собираться, потихоньку выносим вещи туда, к лифту. Здесь вот так пока. Сейчас все от коробок очищаем. У нас очень много вещей. Очень много коробок. 12-13 коробок. Уже вечер.
поздний, сейчас уже 12 час. Мы погрузили все коробки, отправили их в Москву. Завтра еще разгрузка, и типа, я думаю, что я буду нанимать грузчика, потому что здесь я с другом вдвоем все разгружали. Точнее, грузили, и это просто пиздец. Если кто будет переезжать из города в город другой с огромным количеством вещей, имейте это в виду, это прям очень тяжело и выматывает, прям реально подойдите к этому серьезно и будьте готовы морально и физически. Все, мы оставляем квартиру пустой, вот теперь эта комната. Расскажу, что жили мы на Тосе на 6, это вот ЖК вот эти вот новые. Ура! ББ Тосина. Этот этап жизни мы сейчас закрываем и вперед в новый этап жизни. Ура! Мы прибыли в Москву. Сегодня у нас разгрузка на 2 часа. Сейчас на ласточке нам необходимо ехать. Потом оттуда еще выбираться. Удачи! У них длинный носит, у них много лиц. Положил в офисе, в том, что много лиц. Вчера мы сделали, наконец-то, такой предпоследний рубеж на нашем переезде. Короче, вчера все вещи закинули уже в кладовую, все туда перевезли, останется только потом при заезде в квартиру все это потихоньку переносить. В принципе, переезд, можно сказать, практически завершен, останется только заехать в квартиру. Ну а сейчас мы собираемся в Вологду, будем там до 19 числа. Я думаю, что не буду там ничего снимать в влог, потому что, ну типа, там это переезд. Вот, увидимся с вами, когда... Когда 19 числа. Йоу, добро пожаловать. Ты включил, да? Угу. Добро пожаловать в мою квартиру новую, в которой я, надеюсь, не проживу 4 месяца, а больше буду, потому что в предыдущих квартирах было именно так. Там были разные проблемы, о которых я расскажу или рассказал уже ранее. Первую квартиру в Питере мы снимали на Парнасе, вообще там очень-очень далеко, на Шибе, рядом с Шуваловским парком, кто знает, кто поймет. И снимали за 30 тысяч. Просто наш уровень со временем вырос, и эта квартира там 36 квадратов, всего это очень мало. Она стала для нас двоих, работающих из дома, очень маленькой, соответственно, мы приняли решение просто повысить свой уровень жизни. Это раз, во-вторых, просто переехать в квартиру побольше, чтобы было комфортнее обоим. Во второй квартире мы переехали, она была достаточно крутая, там, по-моему, было 56 квадратов, хороший ремонт. Ну, старый дом 40-х годов, конечно, но тем не менее она была лучше, чем Парнас. Вот. И там через 4 месяца нас оттуда выселили. То есть хозяева уехали просто в Турцию, мы подписали договор и не придали значения тому, что мы минимальный срок аренды 4 месяца прописали. Не придали этому значения. Вот, и через 4 месяца они написали, типа, вот, давайте выезжайте. Мы начали искать другую квартиру, соответственно, третья квартира стала вот Тосина 6 в Питере на Лиговском проспекте, которую мы нашли. Поэтому как-то так, там мы не смогли прижиться, потому что куча ремонтов, просто сверлили крышу дома, что-то там стукали, постоянно крыши мужики что-то там делали, орали, постоянные проблемы с водой, с еще с какими-то моментами, то есть очень много было мелких проблем, которые складывались в совокупности, и невозможно было с комфортом нормально жить, просто жить, существовать. Просто, короче, город нас выселял, и именно поэтому мы переехали сейчас вот уже в Москву. Сейчас добро пожаловать, покажу вам рум-турчик, покажу, что у меня здесь есть, перед тем, как мы зайдем в зал, покажи вот эту вот часть, это прихожая, а это у нас зал, в котором вот все выглядит вот так, классный диван, балкончик, солнышко светит, очень светлая квартира на самом деле. И вот такая вот кухня. Также здесь есть очень важная деталь, это фильтр крановский, потому что я ненавижу покупать или заказывать воду, я просто люблю подойти к крану, чашечку налить и выпить утром обязательно чашечку воды. Погнали дальше смотреть, что у нас здесь есть. В квартире бардак, но типа мы еще просто на моменте разбора вещей. Это у нас спальня. Да, здесь бардачок, но просто вещи еще до конца не разобраны. У девушки очень-очень много вещей. Она, кстати, сейчас уехала в Италию. Я один тут. Вот. Ну, как-то так, пойдем дальше. Здесь у нас находится комната, называемая... По идее, это второй санузел. По другой идее, у нас это задумка, что это у нас камера хранения, так называемая домашняя. Далее, мы идем вот сюда. Здесь находится основной санузел, ванная, туалет, все дела. Такой вот цвет, губки красить там. Заходим в камеру мою. Здесь кровать с ортопедическим охрененным матрасом, здесь можно спать. Вот мое рабочее место, кстати.
мой стол, где стоят теперь мониторы на самом столе, я решил, что так будет лучше, чем на стойке, потому что нужно их еще, нужно стол создать, короче, это гемор. Я так поставил, все равно на них не сажу, поэтому не фиолетово, я просто на них слушаю. Мои акустические панели, чтобы когда я записывался, не было сильного отражения, когда я вот записываюсь в микрофон. Как бы по идее нужно было бы, наверное, еще поставить бутылку туда напротив, но возможно, кстати, я поставлю одну. Посмотрим, там будет помещаться. А! У меня теперь есть MacBook, мне его подарила сестра, это... 2019 года MacBook, это ее первый MacBook, она себе сейчас новый взяла. 4 ядра, на нем Intel, 5, 256 гигов. Короче, такая нормальная, в принципе, рабочая машинка. Это первый ноут, на котором я... Первый мой мощный ноут, на котором я начал писать музло. Вот, и думаю, что сейчас буду разбираться потихоньку в Logic'е, буду писать как в Logic'е, так и в Ablic'е, Muzon, вот, на двух ноутах, где удобней, там и будет. А, ну, здесь... Сейчас вот появятся фоточки, как эта комната выглядит вечером. Там еще только без плит было. Но, в принципе, вы увидите, очень красиво все подсвечивается. Как-то так вот, чувачки. Такая квартира, пишите в комментариях, что как. Кстати, стоит она 100 тысяч рублей. Находится дизайн-завод, флакон, вот в этом районе. Охуенный вариант, я считаю, мы выбрали. В общем-то, как-то так, этот влог подошел к концу. Спасибо огромное каждому за просмотр. В скором времени также у меня запускается мой, наконец-таки, лайв-канал, на котором я буду снимать вообще все подряд в плане лайва. Вот, поэтому ссылочка будет внизу в описании, обязательно подпишитесь, я скоро туда уже залетаю со своим первым видосом, все, я устал откладывать, поэтому поддержите это видео обязательно комментарием, лайком, большая любовь всем, каждому, и до скорых встреч, до скорых новых видео, увидимся, пока. Я больше не на прочь.